Сегодня попробуем нарисовать лилию. Цветок с очень интересной такой морфологией, да, как вы видите, три лепестка у него находятся как бы внутри, да, внутренняя часть цветка, то есть такие более пышные, такие красивые, немножко махровые. И вот получается по краям еще три листочка, лепесточка, вернее, которые так закручиваются, красиво, они более изящные. Вот, также есть 6 тычинок, один пестик. Вот, есть такой достаточно жесткий стебель, плотные бутоны. Вот, их, как видите, не один, а много, да, поскольку цветок еще, ну, только начал зацветать. Я так думаю, многие видели его в садах, на клумбах, да, может, видели, да. Вот, обращали внимание, они таким вот сразу распускаются не по одному, по нескольку могут распускаться, да. Вот, или по очереди. Очень интересные такие цветки, цветы. Сейчас попробуем их нарисовать. Вот, сначала нарисуем тот лепесток, который находится посередине. Так, потом лепесток, который находится у нас сбоку. Поскольку он не в ракурсе, естественно, он должен быть, по идее, больше, но я его рисую чуть-чуть более тонким, чем тот, который должен быть тонким. По одной простой причине, что мы как раз можем показать вот эту махровость лепестка, что он у меня, я его вижу под углом. Вот. Еще один лепесток, который я вижу, тоже под углом, потому что ко мне находится по бокам. Вот. Ну, обратную сторону, потому что как раз я вижу по большей части его с внутренней стороны. Вот. Далее. Что мне делать дальше? Вот. У нас, вот видите, получилась такая вот лодочка, да, из цветков, из лепестков. Почему лодочка? Я сказала, потому что это вот так вот должно, то есть у нас все цветы так собираются, вне зависимости от их, так скажем, сорта. Вот. Где они растут, как они растут и так далее. Вот еще один лепесток нарисуем. Вот он у меня здесь растет. Можем чуть-чуть его здесь затемнить, чтобы показать, так как вот соединить его. И вот здесь вот то же самое. Покажу сразу на обратную сторону. Здесь он тоже растет у меня. Так изящненько получилось. Вот. Ну, центральный у меня лепесточек еще должен быть. Вот. Который у меня растет. Получается вот так. Тоже с двух половинок, но я его не весь вижу. Вот, можно его сюда углубить и ставить вот так вот.
вот у меня получилась одна лилия. Сейчас я дам ей прожилочки. Прожилочки такие достаточно яркие будут. Вот. И чуть-чуть вот махрового. Такого вот края. Именно вот этих вот. Больших лепестков. Они же не все у меня большие, как я уже сказала. Есть, которые не очень большие. Есть, которые потоньше находятся. Можно играть толщиной контура, чтобы показать, соответственно, вот эти вот. Штуки, да, штуки, это я имею в виду прожилки. Того получается у нас цветок. Чтобы нарисовать вот такую вот ножку, нужно сделать чуть-чуть лопаткой. Лопаткой, то есть чуть-чуть ее расплющить. Так, сейчас чуть-чуть еще с этого края махровости, да? Вот у нас вот сама лилия готова. Смешиваю цвета, на самом деле я рисую акварелью. Тушь я только буду подмешивать себе. Теперь более темную ножку рисуем. Можем чуть-чуть подмешать тушь, и тогда акварель получается, она как бы более изящная. Вот. Вот у нас получилось. Теперь, что сюда нужно добавить? Сюда, ну, тут бутоны, да, есть. Вот теперь вот с бутонами будем заниматься. Вот. Бутонами, вернее. Видите, я рисую сегмент, да? Более темненькие какие-то, более молодые бутончики.
здесь еще рисую. Того получилось. Вот здесь можно немножко цвет добавить. Так. Здесь вот не хватает, не хватает такого махрового края, как у нас и здесь. Вот теперь все на своих местах. То как-то немножко было пустовато. Теперь хочется еще добавить какую-нибудь веточки дополнительно, да, просто пускай она будет, может быть, даже без цветов, вот, но как бы дополнить всю композицию, я считаю. Вот как она у нас пойдет, пускай она пойдет вот. От нее пускай будут еще точки и точки, пускай будут вот. Маленький какой-нибудь на заднем плане, может быть, какой-то даже завязший какой-то, не знаю. Его надо писать сухо достаточно, потому что мы должны фактурой кисти показать, что у нас, собственно говоря, здесь такое уже завязшее растение. Вот. Сухую кисть фактически использую, да? Вот. Да, вот это вот нужно будет еще присоединить. Так, чуть-чуть, такой вот, чуть-чуть линейку здесь, чтобы он так вот цветок поддержал, соответственно, бутончики, бутончики. Чуть-чуть можно уплотнить здесь цвет, пока оно еще все равно вот. Поинтереснее получилось. И здесь такие. Так. Нам не хватает только пару. Может быть, листьев таких свеженьких сюда. Ну и, может быть, не очень свеженьких. Чуть-чуть цвета. Как вы знаете, он там на две части делится, да, раз. Вот. Такой вот он как снизу растет. И куда он пускает? Так вот.
хочется. Вот. Итого, что нам остается? Нам остается только нарисовать тычинки. Два, три, четыре. Один пестик. Если, допустим, мне вот что-то, ну, не хватает мне немножко объема в некоторых местах, все это можно поправить на самом деле. Вот. Поправить при помощи контура. Вот, в частности, мне не хватает здесь немножко вот такой свежести, так скажем. Может быть, здесь вот хочется что-то добавить. Если хочется, то можно. Такой сухой контур. Где использую? Работа становится более живая. Вообще контур способен что угодно оживить, если он грамотный. Если не умеете делать, то лучше не делайте. Можно вот так вот сухими такими мазками придать, так скажем, жесткость. Прям легким-легким движением. Ну и все, хватит на сегодня.